Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в проект Кошмар. Нам нужно сейчас найти... Не найти, нам нужно вернуться к той двери, помните, где было кольцо? Оказывается, выясняется, что эта дверь, это дверь с символом Ураборуса. На нас здесь напала женщина из картины. Женщина во плоти, из плоти, называйте как хотите. Женщина мяса, будем ее так называть, короче. И нам нужно найти дверь с тем символом, символом Ураборуса. Чтобы понимать, что вообще происходит, я думаю, нам бы стоило бы узнать, что такое сам по себе этот Ураборус, о котором идет речь. Ураборус, я вам объясню. Ураборус, самое его... Это змей. Это змей, который кусает свой... Хвост! Нет, беги! Куда-нибудь беги! Оу-оу-оу-оу-оу! Я правильно бегу или нет? Я не знаю! Все потухло, я... Она что, там? Она за спиной! За спиной! Ясно. Но... Да, так вот. Ураборус. Змей, кусающий себя за хвост. Самая его популярная трактовка это то, что он является символом перерождения, жизни и смерти. Нам нужна свечка, у нас осталась последняя, между прочим. Спасибо. И нам все равно нужно возвращаться туда, где она появилась. А какого же тогда хрена? Может быть, нужно было развернуться и бежать назад сюда? Закрыть ее, короче, надо было в этом. Вот сюда мы бежали. Тут, кстати, больше свечек не было. Вот сюда мы убегали от нее. Тут была дверь, кстати говоря, она в тот... Да, с вот этим пацаном. Не удивлюсь, если это сам Генри, кстати. Пойди, пойди налево. Я не понимаю, как от нее скрыться. Она стоит, по сути, на правильном пути. Кстати говоря, если это делает не она, я имею в виду все вот это вот раскидывать здесь, то здесь есть еще и призраки, кроме прочего. Она стоит на правильном пути. Может быть, ее надо куда-то заманить? Может, ее надо закрыть в том месте? Я не знаю, откуда мы пришли. Она появляется прямо тут. Да! Давай! Бежим назад, я не знаю. Попытаемся просто забежать, закрыть двери. Закрой двери, ты твою мать! Думаешь, это поможет, да? Держать ее просто рукой, может ее... Оп-оп-оп, может быть ее чем-нибудь припереть? А, это мышкой делается, понятно. Ух. Мне кажется, я ее ей на что-то надавил. Иу. Так она не из плоти, она из червячков, походу. Не-не-не. Алло? Алло? Я не умею пользоваться телефоном, я его почему-то к брови подставляю. Мне кажется, я в итоге додумываю, что там мне кто-то что-то отвечает, или что там гудки. Давай не надо.
новые события происходят. Более стрёмные, чем до этого. Как интересно. Но мне и тех хватало. Но хотя мы к ним уже привыкли, да? Мне очень сильно не хватает какой-нибудь кнопочки выглядывания из-за угла. Автосохранение все-таки есть, я увидел. Они не могут как-то между собой конфликтовать? Эта женщина и та женщина. Она ушла налево. У нас есть соль. Соль работает только против этой. Единственное, что я не помню, где символ Урабороса. Бежим. С этой стороны или с той? По-моему, с той. Для нашей же безопасности будем надеяться, что я прав, и он с этой стороны. Так. Знаешь, а уже не кажется, что свечек как-то многовато, уже кажется, что их как-то маловато. И если она появится еще раз, то бежать уже будет некуда. Единственное наше спасение... Так, тут еще 200, супер. Единственное наше спасение находится за... Я очень быстро так смотрю, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Чтобы у меня Кондрати не хватил. За стеной из соли. Что это было? Это была она. Ага. Она как прожектор работает. Короче. Вот она смотрит на туда-сюда. И нам надо пробежать. Оп. Ага, я так и понял. Она как камера, короче. Очень странно, но... Ну ладно. Вроде быстро можно пробежать, она не слышит. Так выдохнул, что аж свечку затушил. Давай, зажигай. Угу. Слушай, а вообще свечка вроде бы как нас защищает, но этот свет, разве не об этом шла речь? Какого хрена тогда? Какого хрена он тогда не защищает? Не защищает. Если должен. Так, там мы были. Я видел тебя! Да, он здесь все-таки. Этот символ находился здесь. Йормунгант, кстати, вот видишь? Я не сразу обратил внимание. Я просто не понял, что это за клыки. Вот, голова змея, его хвост. Символизирующий... Жизнь и смерть. Но это как одна из самых популярных его трактовок. Что это еще за место? Будто бы вся комната живая. Твою мать! У него такая Так, исследовать место. Маску еще не нашли. У него такая реакция, как будто бы ему не страшно, как будто бы он возмущен, знаешь, такой, да какого хрена? Опять меня пугают. Там что-то было. А, она вообще в принципе дышит. Ёшкин крот. Так, дневник Гингрид и Кедвард, начало конца. Ну, собственно, Ураборос. Я должен признаться, что слова Анны всегда были очень соблазнительны с самых первых дней, как будто ангел или демон сладко шептал мне в уши, заставляя меня делать ужаснейшие злодеяния. В 29-м зима не дала перемирия. Это задело и путешествие Гектора, давая мне время принять решение насчет своей проблемы его жизни. Его жизнь для нее стала проблемой. В одну штормовую ночь Гектор поддался одному из своих любимых пороков – алкоголю. На следующее утро он был обнаружен мертвым на полу. Ну, типа, она сама приложила к этому руку, да? Доктор, который осматривал его, сказал, что его сердце остановилось по естественным причинам, но Анна и я очень хорошо знали, что это было не так. Вот стервы, потрясающие знания алхимии могут отвести... Ой, господи, простите, я ударился.
алхимии могут отвести все подозрения с того, кто знает, какие элементы необходимы для достижения нужной цели. Вот как из женатой женщины стала богатой вдовой. И более того, получила свободу и все время в мире, чтобы заниматься оккультизмом. Ну ты мразь, я тебе скажу. Причем подтолкнула ее на это Анна. Ну хотя она сама на это подтолкнулась. Ей самой это было интересно. Просто Анна была ее подруга, которая понимает ее, скажем так, проводником в этот мир. А Тристрам фармы это какие-то... то есть мы находимся на корабле, что ли? Ну, типа того. И ничего. О, не вижу. Но я вижу. Мы якобы попали, наверное, на тот кусочек корабля, что ли? Вот! Может быть, здесь есть что-нибудь, чем можно было бы защититься, если вдруг что? Что это такое? Письмо Джейкоба. С того момента, как Эдвард появился, здесь странные вещи начали происходить в особняке. Эти гребаные вороны не дают покоя. Я охочусь на них, убивая, и они продолжают возвращаться. Я не знаю как, потому что вот уже 46 лет, живя в этом городе, я не встречал ни одного. Когда я их убиваю, я вижу, как на меня с ненавистью смотрит какая-то дама. Со временем она... начинает вести себя еще страннее. Ночью я не могу спать. Если это будет продолжаться, я уволюсь. Господи, да ты хоть мирных жителей не трогай, алло. Слышишь меня, Эдвард? Что-то катилась какая-то баночка, но я ее не видел, но я ее хорошо слышал. Я ни хрена не вижу. Настолько ни хрена, что у меня же монитор потух. Куда идти? Господи Иисусе! Что это за херь? Оно похоже на пугало, но с человеческими частями. Чистое колдовство. И ее это привлекало, типа, да? Должна быть фреска, относящаяся к четырем элементам. Земля. Ну ты. Сволочь. Вы руку потеряли. Под ним что-то есть. Джейкоб. Это и был Джейкоб. Если вы читаете это письмо, сожгите ведьму. Я пытался сбежать, но она поймала меня. Внезапно я оказался заперт, тяжело ранен, и я знаю, что для меня уже нет выхода. Что-то происходит, я вижу это по ее лицу. Это похоже на улыбку мести. Единственное, о чем я уверен, это то, что она чистое зло. Ну, типа, если я найду ее, я сожгу, конечно, если смогу. Знаете, что мне жутко нравится в этой игре? Помимо того, что она качественно выполнена, вот эта мышь, я играю с клавомыши, а выглядит так, как будто бы с геймпада. То есть вот эта плавность, это очень круто. Так, воздух, вода, огонь и земля. Вот этого дела, я не уверен, пригодится ли оно нам дальше, но я, наверное, перепишу, потому что я вот в таком виде еще не видел, чтобы символы рисовались. Ну, имеется в виду, чтобы символы... стихии рисовались именно треугольниками. Я еще такого не видел. Так, если вот так. Кто-то ходит. За стенкой? А это что, зубы, что ли? Нет, ну выглядит как зубы. Так, дай мне переписать. Я тебя очень прошу. Так, воздух.
А, как неприятно, как будто бы прямо за спиной. Так, это вода. Огонь противоположный. Блин, я пишу вода. В огонь вообще пишу. Так, огонь. Ладно. Ладно, признаю, сейчас стало немножко стрёмно. До этого было не так стрёмно. Земля. Зе. Все, нормально. Земля, так, хорошо. Загадка. Говорится, что создатель всего и вся, меняющий состояние, ползающий, взбирающийся или спускающийся, всегда приходит, приласканный ветром, пожирает мир медленно. Создатель всего и вся — это вода, меняющий состояние, ползающий, взбирающийся или спускающийся. Это земля, приласканный ветром, это ветер пожирает мир медленно, это огонь. Наверное, так, да? Так, создатель всего и вся. Давай попробуем. Вода. Я не знаю, если это какая-то последовательность. Значит, первая вода. Ползающий. Так, это земля. Это два. Ветер. Это три. И огонь. Это четыре. Попробуем так. Это можно как-то еще раз использовать? Нет. Так, значит, первая это вода. Вода у нас это треугольник вниз. Это надо руки туда запихивать или что-то другое? А если нет? Старый пергамент со странным символом. Написанный кровью. Там что-то происходит с левой стороны. А, как неприятно. Боже правый. И ключ. О, от той двери. Типа, слушай, я угадал. То есть просто вода. No. Where is it? Герой реагирует на это. Это очень круто. Так. Убежать из комнаты. Сбежать из комнаты. Да, хорошо. Так и сделаем. Честно говоря, я думал, что здесь нужно в какой-то последовательности пихать свои части тела. А получается, что надо было просто разгадать загадку. И мы отгадали, это была вода. Ой, налево просто бежим! Джейкоб, отпусти! Думаю, он не может двигаться особо. Он типа как 163. Бежим. Господи. Ну да, типа того. Или как его там? Я забыл, как тот СЦП называется. Дверь! Господи, быстрее выходи! Нет! Так, ладно, хорошо. Это уже стрём. До этого был не такой стрём. Господи, еще вы здесь. Так, настраивали связь и потеряли на некоторое время. Наши ученые доказывают, что они нашли сильный сигнал в комнате с чем? Красными свечами и кровью. Найти ее. Комната с красными свечами и кровью. Да я хер его знаю, где эта комната, Ватьмашу. Может, эта комната типа... У меня аж пальцы вспотели. Ну, в смысле, у героя, видите ли? Может, эта комната... У нас есть соль, С тем символом? Ну да, еще она здесь.
Сраная ты камера. Здесь вроде бы безопасная зона. Нам нужно сначала будет налево побежать, а потом... Тихо. А потом туда. Допустим. А прикинь, сейчас налево повернет, нифига. Не услышала? Удивительно, блин. Тихо. Сейчас быстро. Ладно, она, в общем-то, не такая уж и страшная оказалась. Пока не гонятся за тобой. Да не выдумывай, все не так уж и плохо пока что. Вроде живем. Так, это не так. Слушай, а если я на нее посмотрю через линзу, что будет? Как она у нас отобразится, мне интересно знать. А никак. Слушай, если честно, я бы немножко подождал бы. Я не думаю, что мы сюда вернемся, в эту часть комнаты. Давай подождем. Он сейчас эту свечку затушит, и мы возьмем свежую. Я думаю, это будет логично. А пока попьем чаек. Отлично. Да ну хватает и ее. Мне тебя еще что, уговаривать надо? Сам должен понимать их, вот этих. Уже нужно было мешок какой-нибудь взять. Туда складировать. Как же ж. Не страшно совершенно. Если честно, я абсолютно в упор не помню, где находилась та дверь. По-моему, она находилась в месте, откуда мы с вами перешли. Главное, чтобы половица сейчас сильно не скрипела. Он, кстати, разгоняется со временем. Так, все в порядке. Главное, чтобы мясная женщина не появлялась точно так же, как в тот раз. Типа внезапный. Вот это еще непонятно. О! Вот так, чтоб не было! Но там справа кукла эта сраная! Меж двух огней, ну прекрасно! Нага, банан! Вот так будет с каждым! Эта кукла была прямо здесь. Интересно, это в итоге... Это же в итоге эта кукла как-то связана, получается, правильно, с этим местом? Я не помню, куда. Сюда, наверное. Ну, типа, я даже имею в виду не столько с самим местом, сколько с этой... Генриеттой. Нет, тут мы были. Свечка, если вдруг что. Да, вот оно. Там мы, по-моему, с той стороны все смотрели. Алло? Христос воскрес. Да им тут, похоже, все равно. Ага. Кто-то шел прямо в стену, нажимал вот на эту кнопку. А здесь, скорее всего, должна лежать какая-то книжка. Все станет на свои места, говорит. Похоже на... Что мы вызовем портал в мир грехов. Позволяйте прыгнуть на другой самолет. Чего? Сон во сне. Найти путь к порталу. Кошмар другого.
There's a clue in there somewhere. Я очень хочу найти маску, если честно. Я в упор не понимаю, где она может находиться. Оу. Нам надо отыграть мелодию. Это шкатулки. Всего три ноты. Давай еще раз. Четыре ноты. Не так. Не так. Нам нужно найти, во-первых, ту тональность. Нет. Нет. Так, давай перед тем, как заниматься этой ерундой, позанимаемся другой ерундой. Например, пошерстим ящики, потому что я понимаю, что мы сейчас там подберем. Я просто хочу все здесь осмотреть. Сюда нужен ключик. Там есть что-то с печаткой. Ключик, скорее всего, будет там, в шкатулке, да? Опа. Старый сейф. Чтобы его открыть, необходимо выворачивать циферблат. Понятно. Значит, как раз то, что нам нужно было, находилось за той дверью, точнее, то, что нужно было для этого, находилось за той дверью, где нам говорили, что нужно повернуть 7 раз влево. Так, 7 раз влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Что, нет, не так? Может, в другую сторону? Так, еще раз. Так. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да вы издеваетесь, но это же определенно должно быть правильно. Честно говоря, я бы хотел бы сейчас исследовать сначала все, что мы до этого прошли, чтобы быть уверенным, что мы маску нигде не пропустили. И только потом следовать. Тут очень много. Очень много свечек. Это очень хорошо. Давай я сначала пробегусь снова по тем комнатам, потому что мы, судя по всему, сейчас перейдем куда-то дальше. Я убежусь в том, что мы нигде маску не пропустили, а только потом продолжим двигаться дальше. Вот она. Она, оказывается, находилась великолепно. Она, оказывается, находилась в этой комнате. Я просто невнимательно осмотрел. Все ясно. Так, хорошо. Ждем тогда. Эта комната как раз напротив той находится, где мы только что были. Очень хорошо. Ждем, когда у нас погаснет свечка. Хотя подожди, можно. Можно и там взять свечку, их там довольно много. Хватай. Хватай. Господи, мне тебя все-таки нужно уговаривать, да? Мне кажется, я знаю, что с сейвом делать. С мелодией мы ее подберем. А вот сейв... У меня есть одна идейка. Если я правильно помню, то вот мы записали 7, 2, 8, но они были разного размера, эти цифры. Они были нарисованы просто на разных картинах разного размера. О, господи, это же сразу заметил. Как неприятно. Может быть, надо тогда последовательность по величине цифр делать. Например, сначала было 2 направо, потом восьмерка была, по-моему, поменьше, значит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, потом 7. Опять туда. 3, 4, 5, 6, 7. Нет, не так.
А может быть, здесь вообще не та подсказка? А может быть, имеется в виду, что сначала 2, потом 8, потом 7. Странно. Это все очень-очень странно. Ага. И что тут у нас? Нож? Сколько людей были убиты этим кинжалом? Интересно, а может быть этот кинжал неплохо бы сработал против той куклы, к примеру, проткнуть ее, или против другой, может быть, нечто. Слушай, я бы хотел бы двери закрыть. Это можно сделать? Я чувствую себя некомфортно. Так, свечка у нас еще пока целая. Давай вот здесь теперь попробуем что-то сделать. Я думаю, здесь должен быть ключ от этого ящичка. Так, давай смотреть. Если у нас не получилась комбинация 2-7-8, давай попробуем пойти от обратного. Это у нас были крупные цифры, да? То есть крупная, мелкая и помельче. Да, попробуем теперь с мелкой до крупной. То есть 7-8-2. Не так. Давай попробуем 7-2-8. 7-2-8. Угу. Так, маленький ключик. Хорошо, но есть еще что-то. Буэнос-Айрес, Аргентина, 28 год. Дорогой друг, мы делились знаниями и секретами через все наши жизни, но, к сожалению, моя жизнь подходит к концу. Мое заболевание ухудшилось, и я больше не могу продолжать. Я всегда могла рассчитывать на тебя, но теперь нуждаюсь в тебе, как никогда раньше. Могла? Люди нашего предка знают, у меня есть копия книги, но я никогда им не доверял. Только тебе, и все это время ты показывал показывала более чем здоровый интерес к культуру. А, это он ей пишет. Поэтому я решил отправить все тебе. Не запутан немного. С этой книгой у тебя появятся все необходимые инструменты для достижения твоих целей, и ты будешь иметь возможность познать все секреты, которые ищешь. Ты должен хранить книгу под защитой, используя заклинания порталов. Я создал подделку, чтобы никто не мог отследить книгу. Оставлю ее в национальной библиотеке. Со временем она может стать всего лишь мифом. Спасибо тебе, моя дорогая подруга и соратник. Увидимся в других измерениях. Как интересно. Я не хочу увидеться с ним в других измерениях. Нахрен мне такое счастье надо? То есть, чисто теоретически, мы пытаемся этот оскверненную куклу, мы пытаемся ее очистить. Да нахер это нам надо вообще? Ну, я думаю, что лично у нас выбора никакого нет, а просто отдел занимается оккультной ерундой. Ерундистикой. И вот они нашли оккультную ерундистику и пытаются с ней работать. А нас просто используют. Так оно и происходит. Так... На жертвенной крови символ Баркхона будет написан кинжалом под кровавым светом. На пожертвенной крови символ Баркхона будет нарисован, используя кинжал под кровавым светом. Кинжал пергамент, соль для защиты. Тот, кто это делает, все-таки, несмотря на все, боялся, что попадет под влияние. Вот и соль. Попадет под влияние потусторонней ерундистики. Ничего не произошло. Может быть, надо соль куда-то рассыпать? Кроме прочего. Господи! Так, на жертвенной крови символ Баркхуна будет написан кинжалом под кровавым светом. Да я уже понял, что мне кинжалом надо символ нарисовать. Но это не работает.
Something's missing. Вот здесь, да? А. Здесь оказывается лампа такая, типа а-ля имитирующая кровь. И я-то думал в прямом смысле слова, ладно, хорошо. Похоже, так все должно быть. Ну давай. Мне вот это надо нарисовать, да? А! Нет! Это было не очень хорошо. Как выглядит? Или он сам рисует? Соль! 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 Я понял. Он, похоже, сам рисует. Мне нужно только... А, нет, не сам. Давай, 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 родной. У меня не так уж много этой соли, если честно. Еще на один раз. Изыди, сатанина! Соли больше нет. Это беда. А рисовать еще долго. Короче, просто рисую, не обращая внимания. Рисуй, 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 рисуй. Давай, 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 давай. Еще немножко осталось. Давай! Ну! Оно сзади! Нет соли! Что-то в любом случае должно было пойти не так. Но не может сатанинский ритуал просто взять и хорошо закончиться. Изыди! Давай, доковыривай. Оказывается, мы еще целую линию тогда не дорисовали. Портал открывается. О, кидай соль! Соль, 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 соль! Да пошла ты в задницу! Нога! Я уж было подумал, что мне сейчас ногу оттяпает. Это было бы, думаю, вполне себе в стиле. Так, все, что мы знаем о деле 36, крутится вокруг Генриетты Кэтворт. Это мы уже знаем, что это все вокруг нее крутится. Ты был так рад. Так, мы это сделали. Теперь находимся в более глубоком полете. Это значит, что вещи становятся более... сюрреалистичными? Все говорит о том, что это будет мрачнейшая часть истории. Будь осторожен. Ну, класс. Да, это похоже... супер реально. Ну, то есть до этого были цветочки, я так понимаю. Дневник Генриетты Кэтворт. Книга мертвых. Некрономикон. На следующий год после смерти Гектора мы начали приготовление к ритуалу вместе с Анной. Мы распустили все прислуги, дабы не вызывать подозрений, чтобы иметь прямой доступ ко всему, что есть в доме. В комнате мы приступили к первым шагам ритуала. Мы бы открыли порталы потусторонней, и Анна могла бы ассистировать мне, а я бы посвятила все свои знания для изучения энергии неизвестного измерения. С Нигой на мертвых дорогах я начал ритуал. Все пошло не по плану. Очень мощная сила вырвалась из портала и схватила Анну. Сопротивляясь всеми силами, я попробовала закрыть его, но демон не хотел уходить, не оставив следов, и разорвал Анну на части. Я могла видеть, как его когти рвали кожу мою любимую, раздирая ее заживо. После изнуряющей битвы я все же смогла закрыть портал, но ничего уже не могло быть, как прежде. А потому что нехер сувать свой человеческий нос в нечеловеческие дела, мать твою. Так, чувствую, здесь будет еще хуже, чем там. Бароны? Мы что, в резидента попали? Открыто? Не поддается. Хороший вопрос, где, блин, достать... ключ? Ну... That crow looks different. It's got an aura around it.
Может быть и внутри. Слушай, а можно сжечь ту руку? Мне что-то... Что там такое было нарисовано на полу? Он его просто пальцами разодрал. Ладно, будем считать, что ключ был вставлен в ворона. Смотри. Вот эта рука, она как будто бы еще может мне бы задать жару, как рука Эша. Давай, открывай. Я бы попробовал бы ее сжечь. Сбежать. Просто сбежать? А можно сбежать туда? Ну, в смысле спрятаться. Я не могу приседать. И я не вижу дальше своего носа. Что за факел такой странный? Ну хотя бы не тухнет, ну там спасибо. Пацан? Да ни хрена он не в порядке! Беги, вороны ожили! Пацан ожил! Уху! Беги! Я не знаю, сюда! Не работает! Давай, прячься! Да блин, ты еще думаешь, что ли? Охренеть, она вырвалась! Мне кажется, что та женщина, которая была в заточении из... в этом, господи, в кругах из соли. Ух, ю. Так, исследовать канализацию. Это и была Кэдвард. Или Анна. Ё-моё. Господи, это какое-то реально сраное безумие. Оно будет меня щупать, нет? Ну хоть не щупает, хорошо. А может и будет, бежим. Мне не нравится, что эта рука плывет за мной. Схватит меня за жопу. А может этот череп хочет меня вывести отсюда? Пойдем за ним. Ну если ты меня подвел под монастырь, ублюдок. Вот он. Я тебя первого кину на съедение. Мне кажется, что нам уже никто не поможет, если честно. Что-то булькает. Но рука все еще плывет за нами. Все в порядке, да? Тут как-то... По-моему, здесь что-то водится. Я вот не хочу наговаривать, но, по-моему, да. Какой-то нарост. Его можно как-то пощекотать? Потянуть за червячка, нет? Так, идем за черепом. Или что это такое? А, нет, я не хочу туда пойти. Оно пошло на дно, значит, там что-то... Значит, там как минимум глубоко. Так, тут опять эти мадагаскарские, посмотри на них. Ешкин крут. Такое, если в ухо залезет, мало не покажется. Так, система механизмов с незаконченным символом. А где ты видишь незаконченный символ? Я что-то не понимаю. Она должна, получается, исходить отсюда. Вот так, да. И вот так. И, понятно, у меня, короче говоря, ограниченное количество попыток есть на все это дерьмо. Только я не понимаю, кто ж тебя ограничивает-то в них? Сам себя? Ты издеваешься. Т-
Так, это не к добру. Оно упало вниз и уплыло направо. Как раз в глубину. Там уже решили это, прекрати. Может, это просто был засор? И он типа просто отпал и уплыл, а? Господи, мне просто так не хочется верить, что в воде что-то есть. Это, ну блин, это же реально самый будет страх для меня. Это не так уж глубоко оказалось. Могу предположить, что там на дне просто целая тонна всяких тел лежит, и мы по ним ходим. Я не понимаю, нахрена мы это сделали. Это нам ничего не дало, кроме того, что засор упал. Засор упал на дно! Как думаете, может быть, имеет смысл за этим засором проследить в этот раз? Не трогать его, пусть плывет своей дорогой. Но типа не упускать его. Это как будто бы, знаете, часть тела чья-то плывет. Изгрызенная червячками, только в этот раз нужно теперь следить за тем, что происходит сверху. Вот оно что. Понятно, я тебя понял, зачем это нужно было. Кто же мог знать? Я, например, не знал. Значит, теперь надо посматривать на то, что происходит наверху. Так, а найдем, сходим сюда. Хотя тут тупик, что нам тут делать? Но там ящик, может быть, в нем что-то есть. Все-таки я был прав, с тобой надо... Тут гигантская крыса. Тут много гигантских крыс. Может быть, имеет смысл как-то ее схватить за хвост и кинуть вперед? Я был прав, то есть можно все-таки использовать эти части как приманку. Ну, правда, это была скриптовая часть тела, но... За мной все это время очень настырно плыла рука. Ее реально можно было, наверное, как-то использовать. Слушай, это какой-то очень гротескный череп. Повернется. Как пить дать, нет? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Что это такое? Все-таки здесь что-то есть в воде. Все-таки оно здесь есть, оно здесь плавает, и оно здесь живое. Если оно нарезает круги, то самое, я думаю, правильное в данном случае будет пойти за ним. Прятаться я не могу. Она не собирается плыть назад. Вряд ли смогу эту штуку спугнуть черепом как-то. Еще какой-то нарост. Плавает. Нет, оно все-таки плавает. Налево поплыло. Главное успеть. Вот прямо сюда оно плывет дальше вперед, а мы уже будем вот здесь. Оно вряд ли поплывет обратно, да? Угу. Это какой-то мозг, блин, я не знаю, плавающий. Я не знаю, куда дальше. Я не знаю, куда дальше оно плывет и куда нам нужно. Но оно выплыло справа. Сейчас поплыло налево.
Значит, пойдем налево. За ним. Оно потом сделает круг и уплывет обратно, да? Нарезает круги довольно большие. Охренеть, фантазии этого разработчиков. Создавать такое дерьмо шедевральное. По-любому сейчас побежит за нами. Побежит. Мы просто идем вперед. У нас особо выбора нету, оборачиваться я тоже не хочу. Уплыл. Может быть, тут подождать? Не просто же так. Переждать просто, он, может быть, уплывет, проплывет мимо нас, уплывет дальше. А эти руки не указывают вниз. О! Ржавый кусок рычага? Чего? А я мог все это время нырнуть, ты прикинь? Типа это, может быть, нам как-то поможет, нет? Только не говори, что механизм был где-то за этой рыбкой. Главное, когда ныряешь в такой воде, не наглотаться ее, потому что заражение просто будет неминуемо. Или как минимум диарея. О, ты здесь. Так, ржавая система. Кажется, отсутствует рычаг. Но у нас есть рычаг. Ага. Ну, класс! Нет? Что, тоже нет? Что? Куда? Давай, 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 получилось! Каким-то чудом! Фух! Только точно нам... Мы точно по канализации скучать не будем после всего этого. Может быть, тут будет еще хуже. Так, дневник Генриетты Кэдвард. Обольщение злом. Зло — это странная штука. Так, погоди, чаёчек. Оно начинает обольщать тебя, доводя до экстаза. Но со временем ты осознаешь, что оно изменяет тебя, и этот момент наступает, когда уже слишком поздно. Злая сущность поглотила мою любимую, моя же энергия была полностью истощена. Смотрясь в зеркало, я как пугающе, не меняя... Смотрясь в зеркало, как пугающе на меня повлияло все происходящее физически. Странная старая женщина появлялась в отражении с моими чертами, где глубоко внутри. Тьма и зло начали зарождаться во мне. Три ночи спустя после трагедии Анна явилась мне во сне. Ее слова были такими: «Даже во снах я буду с тобой». Главное, чтобы Анна продолжала ее любить, может быть. Хотя она может ее чересчур сильно любить, и это будет означать, что она захочет с ней воссоединиться, значит, убить ее. Что такое? Я не знаю, кто там, что там, надо бежать. Ну, вроде отрываемся. Давай, 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 открывай! Господи, я нащупываю все подряд. Что и это не то.
Да в смысле? Должно же работать! Господи, да сколько здесь этих странных кнопок! Есть!